Всем привет! С вами Наташа Пархоменко, и вы смотрите мой кулинарный канал. Друзья, у нас сегодня очень холодно, мороз, минус 10. Антон мне позвонил, сказал, что очень замерз и возвращается домой. И я решила порадовать его очень вкусным, горячим, согревающим зимним напитком, который называется глинтвейн. Меня просили приготовить этот напиток еще год назад, и поэтому я вам сейчас подробно расскажу и покажу, как я его приготовлю. Для приготовления глинтвейна лучше использовать посуду с толстым дном. Лучше не использовать алюминиевую посуду. Я взяла вот такой вот ковш. В ковш я выливаю обычную холодную воду. И к воде я добавляю приправы. У меня это мускатный орех, бадьян, палочка корицы, душистый перец горошком, гвоздика и кардамон. Для глинтвейна лучше использовать, купить целый мускатный орех и натереть его на терке. Так он более ароматный. Лучше не использовать тот мускатный орех, который продается уже молотый в пачках. Так, добавляю все приправы. И теперь все это я отправляю на плиту. С момента закипания я массу прокипячу 1 минуту. Это я делаю для того, чтобы приправы хорошенько, более так насыщенно раскрыли свой вкус и аромат. Приправы я прокипятила. А сейчас я взяла апельсин с лимоном, хорошенько помыла их под холодной проточной водой. И теперь заливаю их горячей кипяченой водой. Так как я буду использовать апельсин с лимоном в кожуре, это я делаю для того, чтобы хорошенько промыть цитрусовые. И оставляю апельсин с лимоном в таком вот виде на пару минут. Цитрусы подготовила. Мне понадобится половинка лимона и половинка апельсина. Также мне понадобится одно небольшое яблоко. У яблока я удалила семечки, хвостики. Кожицу я оставила. Теперь лимон, апельсин и яблоко нужно нарезать на большие кубики. Подготовленное яблоко, апельсин и лимон я отправляю в ковш к приправам. И немножко цитруса вот так вот подавлю ложечкой для того, чтобы они пустили сок. Добавляю свежий имбирь, высыпаю сахар и все заливаю вином. Я использую красное полусухое вино. Для глинтвейна можно использовать и сухое красное вино. И теперь все это я отправляю на плиту и буду нагревать до 70 градусов. Ни в коем случае не кипятить. Глинтвейн я уже нагрела практически до 70 градусов. Это очень удобно проверять с помощью кухонного термометра. Но если у вас не окажется термометра, то ориентируйтесь по самому глинтвейну. Когда вот начнут появляться вот такие вот пузырьки, посмотрите, вот видите, появляются пузырьки вот здесь, вот-вот, то глинтвейн уже готов. Так, сейчас подожду еще немножко. Все, 70 градусов у меня. Вот видите, вот появляются у меня вот такие вот пузырьки. Вот. Так, я выключаю плиту. Ковш с глинтвейном накрываю плотно крышкой. И оставляю глинтвейн в таком вот виде под плотно закрытой крышкой еще на 15 минут. Глинтвейн хорошенько настоялся. Осталось его процедить. Это лучше делать с помощью мелкого сита или марли. Глинтвейн готов. Он получился очень вкусный, ароматный и согревающий. Глинтвейн обязательно нужно пить в горячем виде. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления глинтвейна и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. Приятного аппетита и до новых встреч!